Здравствуйте, дорогие хорошие друзья, всем привет! Спасибо, что пришли! Сегодня мы здесь собрались, я думаю, для того, чтобы ясно понять, друзья, что все, что бы ни происходило, все это не так уж и страшно. Этот город чуть дружелюбнее пса, слишком звезды светят издалека. Наше время уходит куда-то туда, и ты, конечно, во всем права. Хотя все не так уж и страшно, хотя все давно уже ясно. Люди скрываются под разными масками, светофоры мигают яркими красками, тело сотрясает звуковая волна. Скоро вернется зима, хотя все не так уж и страшно, хотя все давно уже ясно. На-на-на. Выше руки! Помогает от голода вой, ото сна помогает дверь за стеной. Чей-то поезд мчится на юго-восток, нас там нет, а значит, там хорошо. Хотя все не так уж и страшно, хотя все давно уже ясно, хотя все не так уж и страшно. Прекрасному чувству любовь, называется она I love you. Наш трамвай едет в рай. Ай!
Настало время отправиться в путешествие в мистический и незабываемый город Амстердам. Амстердам, мама, Амстердам, Амстердам.
еще неделю назад, как он жил. Пил, в рот два пальца совал и начинал. Этот мир без помех. В этом городе дыма хватит на всех. Непререзанные слова в нем учили нас говорить. Вы закройте за мною окно, когда я выйду курить. И здравствуй, Амстердам, мама. Большой Амстердам всегда всем так нравится. Непонятно почему. А, кто заврел сюда случайно? Вот ты. Ну, нас зовут Искамия Хотри, если вдруг кто-то не запомнил еще. Мы выпустили альбом, он называется «Умве». Собственно, сейчас мы вам его и презентуем. В нем есть один кавер на украинскую группу «Океан Эльзы». Она переведена на русский язык. Поэтому из Санкт-Петербурга, и мы решили вот ее поместить в наш альбом. Вьется дымок, дул между строк, о чем они? Тех, кто не стал, и кто...
Знаете, друзья, у каждого у нас много фантазий своих, каких-то желаний, мыслей. И вот порой, чтобы они обратились в реальность, нужно преодолеть так много «но» и «если». Мы будем вместе.
опять. Я найду. В зрянский на раз разбивайся. И на планетной цивилизации создания завершается бой. Располагай себя в одиночестве. Но к чему же была эта вся фантасмагория? За это если мы были вместе. Если мы будем вместе. Если мы будем вместе. Если мы будем вместе. Вместе, вместе. Вместе, вместе. Вместе, вместе. С тобой. Спасибо за то, что вы с нами вместе, друзья. Спасибо. Жизни, потом дарительницу смерти. Бывают такие женщины. Они заражают тебя энергией, которая открывает перед тобой новый мир. Но потом, в один безусловно прекрасный день, ты обнаруживаешь, что тебя жрут живьем, и из тебя идет. Улик, пока из меня не пошел сок. Мой рам
Друзья, ну, следующая песня у нас не такая мистическая, но очень смысловая. Дело в том, что такой есть жанр уже, наверное, забытый, под названием «Басня». Так вот, это басня про кошку и небо. Тема путешествий продолжается, и следующая песня будет как раз о том, как хорошо проводить всю свою жизнь, путешествуя по планете Земля. Старичок,
еще. Кто помнит, тот поймет. Старичок. Сейчас время для того, чтобы поорать. Погромче! Понять, как устроена земля. Неужто не дойти до края? Ты не спрашивай меня про глубины черных дыр. Я все давно уже забыл. Вас мы не забудем, друзья. Правда. Это здорово. Дело в том, что следующая песня очень интимная, поэтому нужно держаться ближе друг к другу. Поверни зеркало к стене, не смотри на себя. Птицы в комнате не способны найти и окна. Пустота. Ты белее инея, минее меня. Ты послушай себя, ты послушай.
небезопасный полет. Сибелее и гнилее меня, ты послушай себя, ты послушай меня. Спасибо большое, друзья. Самая лучшая благодарность любому человеку, который что-то делает, это, наверное, аплодисменты или слово «спасибо». Вы нам аплодируете, мы вам говорим «спасибо». Это здорово. Для того, чтобы исполнить следующую песню, нужна ваша помощь. Вы все уже, наверное, хорошо знаете, что нужно делать. Когда услышите слово «дождь», мы показываем вот так вот. А когда снег, мы показываем вот так вот. Снежинки, друзья. Давайте сейчас, давайте порепетируем что-то здесь в дыму в Амстердаме. Нет, не то. Ну, в общем, дождь. И мы поднимаем, когда слышите слово «дождь», правильно, вот так вот. Это дождь, ливень, вот так можно делать. Может, волосы у меня вырастут, ну ладно. Есть снег, слово это показывает снежинки, дождь. Что они у тебя... Как вот сейчас на улице вот то же самое, дождь и снег. Ну хорошо, поехали, друзья. Yeah.
Поднимите басиста. Немножко переведем дыхание. Вы знаете, что... Что песни, они как дети. Не настолько все, конечно, все серьезно, но тем не менее. Когда ты что-то придумываешь, даже и понятия не имеешь, как он вырастет, то есть как песня, как он нам будет взаимодействовать с другими людьми. Вообще, честно говоря, лично я горд за наш этот новый альбом. Нам не все очень здорово, все понравилось. Следующий будет еще лучше. Мы надеемся, приходите на него тоже. Куда-нибудь в Москву, я надеюсь, да? Но следующая песня носит одноименное название альбома. И это, наверное, самый меланхоличный ребенок. Разреши мне к тебе обратиться. Разреши мне к тебе обратиться. Смерти нет, так о чем же молиться? Жизни нет, как ты мог убедиться? Горизонт, полон событий.
Спасибо большое, друзья. Умвэй у всех начал резонировать. А вы знаете, что мы сейчас собираемся сделать? Нет, конечно. Так вот, мы хотим вам представить песню, которая будет уже в третьем альбоме, о котором я недавно уже говорил, что он будет, я надеюсь, если все так же будет вертеться земля. А для этого нам нужна помощь Елены Уполовниковой. Поднимайся к нам, подходи, давайте встретим аплодисментами, спасибо. А вообще, это наша первая совместная творческая единица, ну, песня, можно так сказать. Вот, давайте тоже поаплодируем. Да? Ну и, что сказать, музыка своя, слова Цветаевой. Спасибо большое. Ждем Половнику с ее песней в нашем третьем альбоме, правда? Ну что же, а сейчас мы оказываемся у подножья
большой снежной горы и собираемся идти на самый верх к чему-то такому, что так сильно тянет. Беззвучно, ни звука. Спасибо, друзья. Сегодня для вас выступали группа «Соль», бас-гитарист Вадим Холоватов, Светлана Рогова была за барабанами, Александр Пожуй помогал на саксофоне, играет «Соль», отличный парень. Ну и, конечно же, вокалист Денис Тараканов. Кто мне не сказал, что я пропал, что видели меня у моря два рыбака в остроконечных шапках, и видели меня в песке, и пел я жалобно и зябко на забытом языке. Кто мне не сказал, что я пропал? Группа «Ходит, пахнет деревьями». Сергей Нефедев. Сергей Цветков. Светлана Подовет. Дмитрий Вавилов. Андрей Швецов. И Владислав Луцик. Кто мне не сказал, что я пропал,
А я летал и хохотал, как ветер. Ой. В пустыне Гоби мной играли дети. Они меня прозвали «Солнце светит». Никто мне не сказал, что я пропал. Ну а теперь хотелось бы представить виновников сегодняшнего торжества. Михаил Смоляров, баян, гитара, вокал. Александр Качинский, бас. Василий Смирнов, ударные. Андрей Масанов, гитара. Ксения Масанова, клавишные. Елена Уполовникова, вокал. Анастасия Ефимова, флейта. И Алексей Агейки. Что я пропал, что был потерян, брошен и не найден. В камнях не пало золы беспощаден. Прибежи стоились, я прозевал. И ветхий грузы к людям приставал. Я сам себя не узнавал. Никто мне не сказал, что я. Очень здорово, друзья! До новых встреч! Обнимаем, целуем! Счастья всем! Счастья! Не теряйте! О! До свидания! Спасибо большое!